Иногда пары создаются для того, чтобы эмоционально поддерживать друг друга. Вот возьмем этот аспект, когда люди, ну, например, бывают какие-то такие стрессовые ситуации, часто в фильмах показывают, он, она убегают, за ними гонятся, потом их не догоняют, они спасаются, и вот это чувство освобождения от эмоционального напряжения их объединяет, они вместе боролись. И вот часто бывает так, что люди ищут эмоциональную поддержку другого человека. Другой ему дает эту эмоциональную поддержку. Они видят, что они нуждаются вот в этой эмоциональной поддержке друг друга. Что здесь происходит? Здесь происходит вот это совместное эмоциональное переживание. А то, что мы эмоционально переживаем, мы лучше всего и запоминаем, и лучше всего к этому стремимся. Хорошо, когда из этих вот случаев выходят люди, ну, в лучшем случае не победителями, а не проигравшими. И тогда завязывается между этой парой некоторое чувство. И оно перерастает в страсть прежде всего, а затем может перерасти в любовь и в заботу, на долгие-долгие годы. Это важно. Важно, когда мы эмоционально, когда мы создаем между друг другом эмоциональную атмосферу поддержки. Но что выходит? Здесь есть ряд побочных эффектов. Я и буду говорить о некоторых положительных, как лекарства, и некоторых побочных эффектах. Но прежде всего, это люди могут быть с разным жизненным сценарием. А жизненный, семейный сценарий, взгляды на будущую семью, наверное, не менее важны, чем эмоциональная взаимосвязь в этой семье. Вот сейчас я знаю, когда она помогла ему выйти из некоторой наркологической зависимости, и они преодолели это, и они переехали даже в другой город и поддерживают друг друга, но у них разный взгляд на семью и на отношения в семье. Он агрессивен в отношениях с этой партнершей. Они пока не поженились, просто сожительствуют. У него взгляды на то, чтобы быть более независимым от обязательств в этой семье. Она хотела бы иметь детей, очаг и прочее. То есть разные взгляды. И здесь происходит конфликт. Вот этот побочный эффект, когда люди не складываются во взглядах на отношения в семье. Часто бывает, и такой был у меня случай, когда вроде все и на семью хорошо, и они переживали очень длительную разлуку, когда родители им мешали, потом они это все преодолели, они вместе встретились еще раз, потом поженились, и двое детей у них, близняшки, такие хорошие девчушки. И вот у них взгляд один за красных, другой за белых. Они расходятся во взглядах не на семью, а во взглядах на отношение к этой реальности. Вот помните, у меня когнитивная карта мира, где я говорил о мегакарте, о взглядах философских, религиозных взглядах. И это иногда бывает, ну, таким фактором разрушения отношений. И у него еще вдобавок к этому очень большой комплекс ревности, потому что они жили продолжительное время отдельно после первой любви, после первого неудавшегося брака, потому что Монтекки Капулетти родители не дали этому Ромео и Джульетту прожить вместе. И когда они вновь собрались, у него наложился
собственный взгляд на мироощущение, философия, религиозность у него была особая. Она, в принципе, могла бы подстраиваться, но что-то тут не складывалось. Так вот, выходит, что же? Выходит, эмоциональное переживание, эмоциональная эмпатия, сопереживание объединяет людей, но имеет очень много побочных эффектов. Учитывайте это. Смотрите дальше мои ролики о том, как я разбираю такое высокое чувство любовь на детали. Может быть, это вам пригодится. Пишите мне, обращайтесь по скайпу, мы разберем и ваш случай.